Еще одним учебным заведением на территории городского округа станет больше. В микрорайоне Восточная Бутово открылась новая школа. Наверное, во всем Ленинском муниципалитете не было более долгожданного объекта, причем долгожданного в прямом смысле слова. Теперь у многих пап и мам одной проблемой станет меньше. До этого мы учились в Москве на Варшавском шоссе, как бы. И вот сейчас вот открыли школу, и, конечно же, все хорошо, и теперь около дома, все отлично. Очень рада, что открылись. На самом деле, ребенок очень рад. Новые друзья, новые возможности, новые перспективы. Я думаю, будет все на высшем уровне. С первого класса делаем такое событие у нас значимое, в такую наикрутейшую, не знаю, Современнейшая школа – это прям для нас счастье, радость. Эта школа самая большая в Ленинском городском округе. Она рассчитана на 1375 человек. Сегодня в нее придут учиться более 700 учеников, то есть построена с запасом. Необходимость в появлении школы назрела давно. Ровно год назад на этом месте был только бетонный каркас, который достался нынешнему застройщику в наследство от прошлого, обанкротившегося. Тогда немногие верили, что школа откроет свои двери к следующему сентябрю. И, как оказалось, напрасно. Вот так выглядела школа ровно год назад. Глядя на эти кадры, понимаешь, рабочие сделали все возможное и невозможное. Трудилось народу здесь действительно очень много. В пиковые дни, когда появлялся фронт, здесь число рабочих доходило до 500 человек. Работали, безусловно, в две смены. Действительно, там и шумные работы были вынуждены в какой-то степени ночью проводить, поэтому я приношу извинения жителям микрорайона за то, что мы эти неудобства доставляли. Но я думаю, что на сегодняшний день мы в некоторой степени себя реабилитировали. Все переживали, все волновались, все нервничали. Успеют, не успеют, уложатся в сроки, не уложатся. Мы контролировали, администрация себе покоя не находила и места. Ну, наконец-таки это чудо произошло, свершилось, сегодня у нас праздник. В торжественной линейке приняли участие руководство городского округа и Булатниковского поселения, депутаты, представители застройщика. Хотя главными людьми на этом празднике были, конечно, дети. Глава муниципалитета поздравил собравшихся с праздником и заверил, что ситуация с объектами социальной инфраструктуры по-прежнему будет оставаться предметом строгого контроля со стороны администрации района. Дорогие друзья, в нашем муниципалитете активно развивается социально-экономическая сфера. Понимая, что темпы строительства и с каждым годом прирастают, мы ставим перед собой большую задачу и держим планку, чтобы объекты социального значения не отставали от строительства жилья. И сегодняшнее открытие этой замечательной школы тому пример. Обязательная процедура – разрезание ленточки. После этого Валерий Венцель в сопровождении представителей руководства школы отправился на небольшую экскурсию. Здравствуйте. Здравствуйте. Готовы к работе? Каша гречневая на сегодня, на завтрак чай. Попробуйте. Площадь школы свыше 18 тысяч квадратных метров. Здесь расположено 70 учебных классов, административные помещения и кабинеты для прикладных занятий. Учителя, говоря о школе, не скрывают эмоций. Школа замечательная, новая, светлая, жизнерадостная, коллектив замечательный. Здесь 4 спортивных зала и огромный актовый, укомплектованный аудио- и видеооборудованием. Он рассчитан на 850 посадочных мест. В классах интерактивные доски, проекторы, современные наглядные пособия. А вам-то хочется учиться, ребят? Порядка 22 тысяч детей в этот день пошли учиться в школы Ленинского городского округа. Более 3000 ребят впервые сядут за парты. К сожалению, еще около 300 детей продолжают учиться во вторую смену. Эту проблему в следующем году решит пристройка к Видновской гимназии. Здесь тоже для ребят прозвенел первый звонок. Хочется пожелать, конечно, учителям, прежде всего, и родителям терпения. Все это начало достаточно будет непростым и сложным. Но когда уже дети втянутся в общеобразовательный процесс, я думаю, будет гораздо легче. Уже сейчас на месте строительства ведутся работы, а потому внешний вид праздника немного портит забор. Но через год здесь все будет по-другому. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.